Студия, мейкап, прически, подиум, свет, фотовспышки. Ну как тут не почувствовать себя первой красавицей королевства? Ой, вообще обалденно. Идея провести конкурс красоты среди провизоров и фармацевтов родилась внезапно. Это было непросто. Аптек много, сотрудниц еще больше. Выбирали всем миром и выбрали сразу двух первых красавиц, которые стали героинями фотосессии. Юлия Большакова учится и работает, любит во всем порядок. Это и профессиональное, и наследственное. Мне было безумно приятно. Я очень горжусь своей профессией. У меня мама тоже фармацевт и тоже работает сам с парнем. Сейчас еще вторая модель будет готова. Оксана Горбунова работает в Samsung Pharma более 2 лет. Самостоятельно, энергично и уверенно в себе. Это раскрепощает, это делает тебя как-то более уверенной. Хотя уверенность-то у меня нормальная. Теперь красавицы будут появляться не только за витринами аптек, но и смотреть с красочных постеров. А еще один приз за победу в конкурсе – обложка профильного журнала о здоровье и красоте «Досигна». Девушки предстанут в неформальных образах. Оксана – деловая леди, Юля – романтичная девушка. Возможно, конкурс красоты «Первая красавица Samsung Pharma» станет ежегодным. Поэтому всем есть к чему стремиться. Все?